приучать детей и находиться с ними 24 часа в сутки. Вожатые семи загородных лагерей Барнаула. В прошлом году из-за пандемии летняя оздоровительная кампания накрылась медным тазом. В этом детей ждут, но с условием. Наполняемость лагерей должна быть не более 75%, а смена не более 14 дней. Для детей в этом году дополнительных требований нет. Они также приезжают в лагерь со справкой по форме 079-U, и в ней будет также отмечено отсутствие контакта с инфекцией. Ждем, готовимся. Уже в лагерях идет подготовка полным ходом, проводится уборка территории, подготовка к карицидной обработке, и начинаются покрасочные ремонтные работы, чтобы дети заехали в яркие лагеря и провели свое незабываемое лето. Провести незабываемое лето смогут школьники от 6,5 до 15 лет. Такие танцевальные фестивали – возможность для родителей познакомиться с вожатыми и их помощниками, задать свои вопросы. Многие говорят, что это сложно, не спать, постоянно быть в движении, но для меня это именно то, что меня заряжает. Именно то, чего, наоборот, еще больше хочется делать и давать детям. Смотреть каждый раз улыбки детей – это просто прекрасно. Особенно, когда ты находишься в лагере, когда конец сезона, когда каждый хочет вернуться еще раз. Это очень приятно, я думаю, для каждого лагеря. Некоторые лагеря откроют свои двери уже 10 июня, так что у родителей, которые хотят устроить отдых и себе, и детям, остается все меньше времени, чтобы купить путевку. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.